В Якутске выбрали лучших маму и дочку республики. В поддержку ответственного родительства и крепкой счастливой семьи Якутское отделение общественного движения «Матери России» и целевой фонд будущих поколений впервые провели республиканский телевизионный конкурс «Матери-дочери». В конкурсе приняли участие 8 семей из разных уголков республики. Финал конкурса состоялся сегодня в прямом эфире НВК «Саха», где соревновались 4 лучшие пары. Участницы показали свои таланты и мастерство. По итогам 2 этапов жюри выявило победителей. Ими стали семья Босиковых из Северного Устьянского района. Им вручили путевку на культурно-просветительский тур в Санкт-Петербург. Это первый конкурс, в котором мы участвуем на уровне республики. Подготовка была очень, можно сказать, жесткая, потому что мы приехали из дальнего арктического улуса, Устьянского, поселка Депутатский. Ведь там живут много национальностей и живут очень сильные люди. Сильные духом. Огромную благодарность хочу выразить моей прекрасной дочери, которая не испугалась. Я бы не вышла, даже не решилась бы принять участие. Но я считаю, что у меня дочка самая лучшая.